Привет, друзья! Меня зовут Ильнур, и вы на канале «Здоровье по-сибирски». В сегодняшнем видео я хотел бы поговорить с вами о доходе в компании Siberian Wellness или сколько платят в сетевом. Рассмотрим самый начальный уровень, начальную стадию бизнеса. Первый уровень, так сказать, с которого платят, это Business Team 300. Вот. Что такое Business Team 300? Это значит, вы создали товарооборот, вы и ваша структура создали товарооборот в 300 баллов. 300 баллов. Вот. Каким образом вы создаете этот товарооборот? Для того, чтобы получать зарплату, вам надо создавать личный товарооборот 100 баллов ежемесячно. Это минимум. Плюс, допустим, я рассматриваю самый простой пример, не буду усложнять, чтобы было все понятно. И, допустим, вы еще находите двух людей, которые делают тоже по 100 баллов. И получается у вас всего 300 баллов, которые вы делаете товарооборот. Что такое 300 баллов? 300 баллов, балл в нашей компании в среднем, но зависит от продукта, это 35 рублей. 300 баллов умножаем на 35, и получается 10 500 рублей. То есть вы создали товарооборот для компании 10 500 рублей. Что компания вам заплатит за это? За это компания вам платит. Во-первых, самый первый доход, это так называемый быстрый, 25% вам компания заплатит. Каким образом эти 25%? Это только за ваш личный товарооборот, который вы создали. То есть 100 баллов, ваши 100 баллов, которые вы создали товарооборот, умножаем на 35, и получается 3500 рублей примерно. Там плюс-минус может быть, там, ну не 100-200 рублей, а может быть, ну в зависимости от продукта. И от этого товара, от этой суммы вы получаете 875 рублей сразу вашего дохода. Вот. И второй вид дохода – это умный доход, так называемый. Это доход от вашего товарооборота, от ЛТО, то есть от вашей структуры, которую вы создали. Так, для уровня 300, бизнес Team 300, это у нас 8%. 8%. 8% значит, я считаю, 8% каким образом находится? Мы 300 умножаем на оптовый коэффициент 14 и умножаем от этого 0,8%. И получается у нас 336 рублей. 336 рублей. Этот за товарооборот в 300 баллов или 10 500 рублей. То есть мы все складываем. Итого вы заработаете за ваш товарооборот 1211 рублей. Кажется, немного, да? Немного. Получается, за товарооборот, который вы создали 10 500, вы получаете примерно 1211 рублей. Там много вариантов, возможно, варианты. Вот, но мы самый простой способ рассматриваем. Но давайте считать по-другому. Итак, 300 баллов бонуса считаем, допустим, да? Посчитаем, вот, допустим, 10 500. Это 100%. Тот товарооборот, который вы создали. Из этого конкретно вы продали продукции, реализовали. Только на 100 баллов, только на 3 500. Остальное ваша структура. То есть вы, ну, практически в этом не участвуете. Вы только занимаетесь обучением этих партнеров. Вот, а товарооборот они создают сами. Вот, и мы считаем, значит, 10 500 100%, и ваш товарооборот, который вы создали, ой, вернее, ту сумму, которую вы получили, это вот у нас какая сумма-то? 1211 рублей, это x%. Высчитываем, и получается 11% от вашего товарооборота компания вам заплатила. Запомните эту цифру. То есть вы получили от того товарооборота, который вы создали, 11%. 11%. Переходим дальше. Теперь рассмотрим самый высокий уровень, который у нас есть в компании. Ну, один из самых высоких. Это Business Team Profi. Профи. Профи, значит, это у нас идет доход, товарооборот от 20 тысяч баллов. Я тоже, я самые простые примеры буду смотреть, чтобы вам было понятно. Итак, значит, за такой товарооборот компания у нас 37% платит. Вот. Значит, ну, в этих 20 тысячах вы сами не делаете. У вас, допустим, личный ваш товарооборот может быть 500 баллов бонусов. 500 баллов только.
Вот. И сразу начинаем высчитывать ваши деньги. Первое – это быстрый доход. Быстрый доход – это 25%. От ваших 500 баллов вы умножаете на 35, переводите в рубли, это 17 500 рублей. Дальше умножаем, значит, 17 500 на 20, на 25%, 0,25. Получается, компания вот вам заплатит за ваш личный товарооборот 4375 рублей. Запомним эту цифру. Итак, второй. Вот, допустим, 9, и оставшиеся 19 500 баллов. Допустим, у вас под вами подключены одни 100-бальники, да, допустим, ну, у которых меньше 300 баллов дохода. Так не будет, конечно, когда вы будете профи, под вами будет такие-то там больших многоуровневых партнеров. Но мы для простоты берем, что под вами 100-бальники или 200-бальники. Вот, эти, значит, 19 500 мы умножаем на 14, умножаем на 0,37, и получается 101 010 рублей. Вот какие сделаем выводы. Итого, давай сразу посчитаем. Итого, значит, 4375 плюс 101 010 рублей получается, так, складываем, 105 385 рублей. Теперь посчитаем, сколько это будет процентов от наших от общего 20 000 баллов. 20 000 баллов, 20 000 баллов умножить на 35, в рубли переводим, получается 700 тысяч рублей. Вот. Итак, а вот 105 385, я сразу их ответ напишу, это будет 15,055%. То есть, когда вы становитесь бизнес-профи, компания уже вам от вашего товарооборота возвращает уже 15%, почти. 15% получается. Сначала мы считали, там было у нас 11, да? Здесь было 11. Вот, теперь будет 15%. Теперь сравним это с каким-либо линейным бизнесом, например, да? Вот, любой линейный бизнес. Линейный бизнес. Допустим, вы работаете продавцом в каком-то большом продуктовом магазине. Ну, в среднем, допустим. И вы делаете кассу, да? В день у вас оборот 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей в сутки. Вы делаете. Обычные продуктовые магазины у нас работают круглосуточно, каждый день и без выходных. Поэтому умножаем на 30 месяцев. В месяц это получается 3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей в месяц. Примерно. Ну, все у нас грубо. Вот. Таким образом, представьте, какая может быть у вас там зарплата. Зарплата у вас может быть, ну, максимум 50 тысяч рублей в месяц. Максимум. И то это вряд ли. Но это я делаю по максимуму, чтобы было максимально понятно. 50 тысяч в месяц. И теперь мы считаем проценты. Сколько будет от процентов? 3 миллиона – это 100%, да? 50 тысяч – это x. И x получается у нас 1,67%. Вы понимаете, что в линейном бизнесе, когда вы делаете товарооборот на 3 миллиона рублей, вы получаете за это только 1,67%. А вы скажете, конечно же, я только продавцом работаю, поэтому и получаю. Ну, поэтому и получаете, потому что раз только продавцом работаете. Вот. А в сетевом маркетинге, то есть если вы, например, сделали товарообороты на 3 миллиона, то там проценты, если перевести, вы минимум получили бы 300 тысяч. Минимум. То есть ваша зарплата растет от вашего товарооборота. То есть прямой зависит. Плюс в сетевом маркетинге нет таких издержек, как в линейном бизнесе. То есть нету. Не надо арендовать помещение, не надо закупать товар, не надо организовывать логистику, не надо нанимать этих, получается, наемных рабочих, никого не надо нанимать. Вот, не надо со службами контроля контактировать и с ними взаимодействовать. То есть в сетевом все этого нет. В сетевом вы все получаете, у вас все готово, от компании идет. Вам только надо организовывать товарооборот. То есть даже вот, когда мы с вами говорили же про бизнес Team Profi, да, вот про профи мы говорили, что вот эти 20 тысяч баллов, это же не вы делаете товарооборот, это делает ваша команда. Вы делаете только 500, а 500 баллов это там 17 500. То есть это совсем немного. То есть вы за 500 баллов товарооборота личного получаете за это в конце 105, сколько я посчитал? 105 385 рублей. 105 385 вам компания заплатит. А в линейном вы никогда таких денег не заработаете. Плюс в сетевом, если вы организовали один раз структуру, она будет у вас работать, вне зависимости от того,
уже. От вас она почти не зависит. Структура ваша работает без вас. А в линейном бизнесе, если вы на работу не вышли, я вас уволят, и больше вы зарплату свою не увидите. И не возьмут обратно на работу, будете новую искать. И останетесь без денег, без ничего. А здесь, получается, здесь вы как один раз уже сделали, один раз структуру построили, и она у вас работает. Итак, как же самый простой способ организовать этот товарооборот? Самый простой способ, ну, мы в нашей команде, мы все с него начинаем, это клиентские чаты. Это самый простой способ. Почему именно он? Вот, потому что он дает вам возможность изучить продукт, и он дает возможность вам его реализовать. Каким образом мы делаем? У всех есть смартфоны, записываем, у всех есть смартфоны. Смартфоны сейчас есть у всех. Если у вас нет смартфона, то вы уже неполноценный человек, наверное. Вот. Но спорить не буду. И 90% у кого на смартфоне установлен WhatsApp. WhatsApp или другие мессенджеры, Telegram, да, какой-нибудь. Telegram. Вот. Через который вы взаимодействуете со своими близкими, друзьями, знакомыми. И, соответственно, вы знаете, что в этих программах можно, в этих приложениях можно организовывать клиентские чаты. Можно организовывать любые групповые чаты. Вот. Что такое групповой чат? Вы знаете, что любой сетевой бизнес начинается со списка знакомых. Но вы прекрасно знаете, наверное, что чтобы людей приглашать со списка знакомых в бизнес, это очень сложно. Во-первых, надо преодолеть себя, научиться правильно говорить. Во-вторых, для ваших знакомых и близких вы не бизнесмен, вы тот человек, которого они знали вчера, который никогда бизнесом не занимался, и в котором они сомневаются и не верят, что у вас что-то получится. Поэтому вы организовываете клиентский чат и называете его там каким-нибудь образом. Вот. Ну, как именно, как все делается, мы вам объясним в нашей команде. Просто я сейчас вам в общих чертах объясню. То есть вы организовываете клиентский чат, вот, и называете его как-нибудь там чат сибирского здоровья, или там чат здоровья, любое другое название, чат здоровья, организовывается чат, и приглашаете туда всех своих близких, которых вы считаете в первую очередь тех, которые не откажутся, и те, которые, может быть, заботятся о своем здоровье, и друзей, вот. И что дальше? Значит, приглашаете в этот чат друзей. Плюс вот в этих вот WhatsApp'ах и Telegram'ах, не знаю, как в Telegram'е, на WhatsApp'е есть такая штука, как она называется? Ежедневно мы выкладываем. Статус. Да, в статусах тоже можно использовать для продвижения продукции. И в этом чатом в WhatsApp'е или в Telegram'е вы начинаете постить, выкладывать уже информацию о продукции, которую вся вот эта информация, весь этот контент в нашей команде есть. Все, мы вас всему научим, все дадим, все получите. Все отзывы о продукции, все какие-то общие информации о продукции, опыт применения этих продукций, для каких болезней, в каких случаях применять. Вот. Плюс скидки, акции текущие, мы всех своих партнеров в нашей команде, всех снабжаем все необходимые информации. Вы все получите. И все будет транслировать, получается, весь контент, он идет от нас, от нашей команды. Вот. Значит, скидки, акции, вся информация. Контент просто напишу. Контент. Контент, он полностью весь есть. Контент есть. Пятое теперь. Ну и, соответственно, какой доход вы можете получить. Здесь вы можете заработать, это зависит уже от вас самих, как вы будете активно работать. 300 баллов, там 500 баллов у нас как там уровни идут, да, 1000 баллов и 2500 баллов. Я думаю, до уровня 2500 баллов на клиентском чате можно выехать без проблем. То есть до этого уровня вы можете заработать такие деньги. И сколько получится это у вас в деньгах? Ну, например, вот 2500 баллов, давайте считаем. 2500 баллов. Вот. Например, из этих 2500 баллов значит, у нас 19% компании платит. Из этих, допустим, вот 500 баллов ваш получился личный товарооборот. Допустим. 500 баллов. 500 баллов. И это у нас сколько получается? Умножаем сначала на 35. Так, у меня было посчитано сейчас. Вот, еще раз, значит. На 35 получается, умножаем на 35, получается 17 500.
и умножаем это на 0,25. Давайте посмотрим, я уже не помню, потому что... Так, сейчас, секунду. Так, умножаем на 0,25, получается 4375. Вот ваш один доход, быстрые деньги, да, допустим, которых вы реализовали. Плюс в вашем этом чате могут появиться впоследствии уже такие люди, которые станут вашими партнерами. Поэтому, допустим, все остальные 2500 баллов они могут сделать вам. Тоже могут быть такие же активные, инициативные люди, которым понравится эта идея, вот, и которые тоже захотят зарабатывать сетевом, как и вы. Вот. И, допустим, 4 человека, каждый по 500, допустим, вам сделал, как вы. 4 человека. Ну, то есть продукцию на 17500, я думаю, в месяц можно продать при правильном... правильной работе 4 человека. И вот 2000 баллов. Итак, давайте досчитаем. Вот 2000, значит, 2000 баллов умножаем на 14, на оптовый коэффициент. Секундочку. Умножаем на 14, на оптовый коэффициент и умножаем на 0,19 на проценты за ваш товарооборот. И получается 5320. И плюс, значит, сейчас сложим 5320 плюс 4375. Вот. Получается, значит, у нас 9695 рублей. Вот. Получается, создав товарооборот в такой 2500 баллов, вы получите зарплату примерно 9695 рублей. Ну, это плюс-минус. Вот. Таким образом, хочу вам порекомендовать такой вид дохода. Он принесет вам такие преимущества, которые я вам уже сказал. Вот. И все обучение у нас есть в команде. Поэтому добро пожаловать в нашу команду. Давайте будем зарабатывать вместе и вместе стремиться к пассивному доходу и к финансовой независимости. Вот. Всем желаю успеха и пока-пока. До встречи в новых видео.